Ты не хочешь прибавить шагу? Не ворчи, сестренка, в такой вечер где ворчать? Уже без четверти. Сереженька, я тебя умоляю, пойдем скорее. Начальник терпеть не может, когда опаздывает. А ты по-прежнему боишься? Конечно, боюсь. Ведь со вчерашнего дня ты уже не гимназистка. Это ничего не значит. Я ее буду бояться через 10 лет, через 20 лет и даже после смерти. Машенька сказала, мы с вами похожи. Чем? Характером. Она говорит, что вы такая же, как я, упрямая. Может быть. Я знаю, вы едете в деревню учительствовать. Вы это тоже знаете? И осуждали. Что? Ваши намерения благородны. Я живу печально.
Машенька бронила, что я плохо пью. Что вы, вы удивительно пели. Смотрите, ночь-то какая. Люблю тебя, Петра творит. Люблю твой строгий, стройный вид. Не вы державное течение, береговой ее гранит. И как вы решаетесь от такой благодати в Сибири? А разве там так плохо? Нет, отчего же. Ведь туда ссылают нашего брата за тяжкие преступления, а вы добровольно. Значит, и вы сильные. Ой, что вы. Там очень нужны учителя. Никто туда не хочет. А я мечтаю, я буду учить детей. Вы знаете, мне кажется, что если человеку долго внушать хорошее и делать это от чистого сердца, то любой, даже самый плохой человек переменится. Только надо непременно от чистого сердца. Не смейтесь. Я не смеюсь. Ваша убежденность мне по душе. Дай Бог, чтобы сибирские злые ветры не вырвали ее с корнем, не согнули, не заморозили. А как же вы? Лишение для меня играет роль мамы. И потом сознание, что ты не один. Что ты делаешь это для людей. Вы знаете, Варенька, так хорошо, что мы с вами теперь встретились. Чувство, будто с каждой улицы я узнаю вас все больше и больше. Богатый, богатейший край.
Пройдет несколько десятков лет, и на месте затерянных жалких деревушек вырастут большие города с широкими улицами, по которым будут сновать экипажи или какие-нибудь удивительные машины. И может статься, едете вы в деревню, а годам к 40 окажетесь городской жительницей. Только будете окать по-сибирски. Пойдем, поскорей, поторапливайся. О чем вы думаете? Мечтаю. Что если нашлась бы такая вот милая девушка? И она бы так полюбила меня, что согласилась бы ждать долгие годы. И где бы я ни был, я бы верил. Нет, я бы твердо знал, что она любит меня и ждет. Всегда. Всегда. Сережу арестовали. Ребятишек очень знает их на действие. Да что, дело хорошее. Да только вряд ли. Что вряд ли? А то вряд ли, что людям делать надо. Мы нажили. Нам работники нужны. Но я не согласна. Твоего согласия никто не спросит. О, ну! У нас народ в страхах от ломотья помирает. Такими руками не буквы выписывать.
Хорек, конечно, какой дурак может и пошнуть своего азарного в школу. Но только вряд ли. Золото навернее. О, побилось! О! Какое маленькое село. Вот тут, значит, и жить будешь. А у них, милая, в городе сроду так. Понятно? Понятно. Здравствуйте. Однако, надеешься? Надеюсь. Ну, надейся, надейся. Топить, что ли? Топить. А может, не топить? Егор Федорович, каждое утро ты будешь топить в классе печь. Я отменю свое распоряжение только в трех случаях. Когда не будет дров, когда настанет весна, или когда, не дай бог, сгорит школа. Это что же за диковинка такая? Это, Егор Петрович, глобус. Изображение планеты нашей, Земли. Ты знаешь, что Земля наша вертится? И куда же она вертится? Стой! Стой, говорю! Климушка! Кто это? Вот он с женой разговаривает. Почему никто не заступится? Убьет! У него сила! Вон лошадь затрянет возом. Сейчас распрягет, а сам углобли. Сила! Куда? Куда? Слышь, говорю, найду силу. А лечись, табаюк, найду. Стой! Стой, говорю. А? Кто такая? Я учительница. И этого безобразия не позволю. Слышите? Дядя, уберите его. Уберите его. Ой, господи. Уберите! Ой, уберите! Thank you.
Ну вот, чтобы завтра дети были в школе. Я начинаю занятия. Побеги у тебя, давай гранья, где была тобою, пора. Если бы ты знал, как мне трудно. Но я должна с ними дружить. Ведь мы же договорились. Господи, сделай так, чтобы ему сейчас было хорошо. И чтобы он думал обо мне. Ой. Вот еще нос у меня уточкой. Ростом я маленькая. Состариться бы скорее, господи. Эй, учительница! Ой, мамочка. Ой, миленькая. Ой, здравствуйте, Варвара Васильевна. Здравствуй, Гордый Кравич. Надеюсь, и... Ну, надеюсь, и... Надеюсь, и... Благодати себе. Но ведь туда ссылают нашего брата за тяжкие преступления. А вы добровольны. Значит, вы сильны? Ваша убежденность мне по душе. Дай бог, чтобы сибирские злые ветры не вырвали ее скот, не согнули, не заморозили. Что ж, дети, начнем урок. Да, начнем урок. Прежде всего, дети, познакомимся. Меня зовут Варвара Васильевна. Повторите мое имя. Варвара Васильевна. Правильно, дети. Проходите. Садитесь. Теперь скажите мне, как вас зовут. Но прежде чем ответить, каждый из вас должен встать. Разговаривать со старшими нужно стоя. Поняли? Поняли. Угу. Поняли. Ответь мне ты. Как зовут тебя? Чей ты сын? Я проф. Ворнов. Горщика сын. Понятно? Ага. Как здоровье отца? А чё им? На мокруши камень ищет. Садись. А тебя как зовут? Цыганков. Ефим. Пригладь вихры. Садись, Ефим. А ты чей? Иван, зерно!
Проходи. А ты чья? Острогова Дуня. Садись. Прежде всего, дети, я поздравляю вас с началом занятий. С сегодняшнего дня вы не просто мальчишки и девчонки, вы ученики. Вы научитесь читать, писать, считать. Вы будете грамотны. Я расскажу вам, почему день сменяет ночь, кто живет за морями, почему дует ветер, куда текут реки. Я научу вас мечтать. Варвара Васильевна. Здравствуй, Гость Петрович. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Варвара Васильевна. Садитесь. Воронов, проф. Здесь. Проф. В доске. Отвечай, урок. Стихотворение Николай Алексеевича Некрасова, школьник. Ну, пошел же, ради бога! Проф, проф. Ну, пошел же, ради бога, небо, ежник и песок, невеселая дорога, эй, садись ко мне, дружок. Дети, это называется глобус. Он изображает нашу планету, Землю. Когда вы будете большие, вы тоже будете учиться в школе. Понятно? Ура! Здравствуйте, Варвара Васильевна. Здравствуйте, Анастасия Ивановна. Варвара Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте, Петровна. Варвара Васильевна. Здравствуйте. Как сынок мой? Проф очень способный мальчик. Его в гимназию надо отдать. Гимназию? Ха. Нам работники нужны. Мы нажили. До свидания. Зашла бы шанишек покушать. Спасибо, зайду. Заходи. Ишь ты, гимназия. Тань, здравствуйте, дети. Здравствуйте, Варвара Васильевна! А где Дуня? Варвара Васильевна, у Дуни Остроговой нынче ночью изба обвалилась. Селенка придушила. И Мишка. Идем, идемте к ним скорее. Учительша. Варвара
Бросьте, уж не обижайте. Заходите ко мне, прямо ко мне. Спасибо, я только сначала к Остроговым зайду. Здравствуйте. Здравствуйте. Тетенька, у нас теленка задавила, и Мишку тоже. Глупый. В этой избе жить нельзя. Так знамо нельзя. Обвалится скоро. Знамо провалится. И вас всех придавит. Знамо придавит. Нужно новую строить. Да где ж нам? Безлошадные ведьмы. Вам помогут. Вам должны помочь. Кто? Я попытаюсь. Эх, сашки, коношки мои, от меня же вы помашки мои, а помашки мои безумные, от тебя влюбленные. Я на тещи капусту возьму. Я говорю, твоя жила аметистовая, и я с ей не сойду. А я тебя куплю. А я не продаю. А я куплю. А я не продаю. Все равно куплю. А я не продаю. Милости прошу. Думал, не придет. А не придет, покаяться. Потому я старатель Пухов, человек простой. Я за образование, но не потерплю. Милости прошу. А я молодая, молодёшенька, ведьма была. Будут ли мчешинки? А не будут? Не будут. Я думал, вы не придете. Обидите. Да что вы. А что, мы люди темные. Я у Острогова была. Там несчастье. Грех, великий грех, престольный наш праздник, несчастьем душу обращать. Никаких несчастьев нынче. Веселись, душа. Выпей со мной, Варвара Васильевна. Спасибо, я не пью. Никакого полного права. Пей. Я не пью. Варвара Васильевна, я образованию поклоняюсь. Ты не глядишь, что у меня борода с ворота. Зато золото есть. Денег полный карман. Вот они, мои мармулетки. Кромные, заработанные. А что жгу на твоих глазах? А? Спички. Ух, сейчас начнутся. Катенька, распузатенька, трубу лазила, брови мазала, на улицу выскочила черную водила. Ты думаешь, ты один была, а все остальные не люди? На, сир, стреклятый, клёшь, злой, на, да, один, вот, на, зри, окаянно, сир. А я еще. Подожди. Вы.
Вы очень богатые и щедрые люди. Не думайте, что я хочу равняться с вами. Вот мое жалование. 15 рублей. Вы бы меня, конечно, осмеяли, если бы я вдруг потребовала спички и сожгла бы эти мои последние рубли. Мне очень далеко до вас. Все же я не могу оставить их у себя. Я решила их потратить. Отдаю их на постройку дома Остроговой. Вот это по-нашему, стаканом. Ну что за учительница, скажи на милость? Наша, по-нашему. Для такой нежалкой Катеньки люди жертвуют 20 рублей. 25, 30, 35, 40, 45, 55, 60. Эх, смотрите, что даю? Что больше? Дуни Остроговой новый дом. Написано правильно. Садись, Проб. Дети, когда мы кончим курс обучения в нашей школе, я поведу Проба на экзамен в гимназию. Он обязательно выдержит экзамен, потому что он самый лучший наш ученик. Хорошо знаешь, а я буду за дверьми. Ты выдержишь экзамен, поступишь в гимназию. Ты не устал? Нет, я хочу скорее. Экзаменующихся прошу в зал. Проб, ты все хорошо знаешь. Ты очень хорошо все знаешь. Я здесь. Иди. Нет, я первый решил задачу.
Воронов Бро. Сын крестьянина деревни Шатры Маромыкского уезда. Экзаменуется впервые. Мужик по своей и Божьей воле стал разумен и велик. Как мой ученик, проф. Воронов, какие у вас метки? Способный. У него по всем предметам одинаковые отметки. 5, 5, 5. Но гимназия это не для него. Он не будет принят в число учеников. Почему? А кто будет за него платить? Я полагала, поскольку у него редкие способности, он мог бы на казенный счет. Ну, предположим, что даже вам удастся этого добиться. Но я лично не могу допустить, чтобы в уверенном мне учебном заведении дети нищих и миллионеров сидели на одной скамье, играли в одни игры, беседовали. Они, словом, общались ежедневно. Я противник либерального подхода к этому вопросу. Ну, позвольте. Очень сожалею, но мое убеждение на страже государства. Истинный клон. Варвара Васильевна, я ответил на все вопросы. Я ничего не забыл. А когда читал стихи, они меня хвалили. Я решил задачу раньше всех. Почему? Почему они меня не приняли? Я не пойду домой. Я хочу туда. Я хочу учиться. Понятно? Не надо, не надо. Не плачь. Ты будешь учиться. Придет такое время. Слышишь, проф? Не надо отчаяться. Пойдем. Дети, начнем урок. С сегодняшнего дня, дети, вы не просто мальчики и девочки, вы ученики. Вы научитесь читать, писать, считать. Вы будете грамотными, а потому сильными. Вас не смогут обмануть злые люди, потому что вы будете многое знать. Очень прошу звонить. Очень прошу, звони, пожалуйста. Не могу. Время не вышло. Время давно уже вышло. Да не вышло. Вышло. Да не вышло. Умоляю тебя, звони, пожалуйста. Я не могу, чудак, ты человек, Варвара Васильевна. Характер. Ну, хочешь, я перед тобой на колени встану. Что ты, что я, Божья Матерь? Время выйдет, позвоню. Значит, мил человек, отказываешься? Звонить отказываюсь.
Разве ты не знаешь, что во время урока в класс входить нельзя? Да я говорил, однако он не хочет ждать. Кто он? Да мужчина такой упрямый. Я говорил, а он говорит, я 3 года ждал. Я отбыл срок ссылки, дорогая моя. Когда я увидела эти елочки, они тогда совсем маленькими были. Я подумала, это мои сестры. Я вижу, вы тут совсем обжились. И друзья у вас тут, и сестры. Прошло ведь целых 3 года. Вы думали обо мне? Конечно. Ждали? Да. Спасибо. Спасибо, любимая. И как я мог без вас 3 года? И под тюрьмам, по ссылкам. Впрочем, у меня была большая радость. Я узнал Ленина. Кто это? О, это великий революционер. Это могучий ум и огромное сердце Варенка. С ним яснее цель и решительнее борьба, вы понимаете, вдохновение. Я вас непременно с ним познакомлю, и вы будете его солдатом. А он? Что он? Как он отнесется ко мне? Конечно, он вас полюбит. Тем более учительница в глушь уехала. Что с вами, Варенка? Я счастливая. Вы никуда не уйдете. Мы обвенчаем. Варенка, мне всегда грозит опасность. Сергей. Где бы вы ни были, что бы с вами ни случилось, я всегда с вами. Спасибо, родная. Спасибо. Пусть будет скорее завтра. Мои подружки нагрят меня и песни нам будут петь. Песни. Тут на широкому рука расстилается. Расстилается, как Сергей женою, как Сергей душою выхваляется, выхваляется. Айдушка, женушка, айдушка, женушка, свет Варварушка, свет Васильевна. Ты ради мне сына, ты ради мне сына, как и я у тебя, как и я у тебя. Всем ростом да ростом, всем ростом да ростом, красотой вы меня, красотой вы меня, красотой, высотой, красотой, высотой, умом разумом, умом разумом, как полушку драка широкому рака расстилается, расстилается. Сергей женою, как Сергей душою, выхваляется, выхваляется. Эх, если бы сейчас пожар, я бы ее из огня выхватил и спас бы. Я вижу, вы тут за 3 года покорили всех, Варенька. Ну что вы, просто я учу их детей грамоте. Ну и что можно делаю? Они тоже для меня стараются. Видите, пир нам устроили. Ну, сначала, конечно, не просто было. Чужая я им была. А теперь даже опыт стали. Помните, я вам предсказывал?
Однако пойдем поскорее, поторапливайся. Неправда, неправда, я так не могу. Окайте. Нет, это нехорошо. А ну, Павел Трофимович, ударь. Чудесно танцует. А вы помните, как мы с вами? Еще бы. Я, Варенька, все до мельчайших подробностей помню. И как мы кружились. И как стояли у колонны рука в руке. Горько! Отоприте! Что вам угодно? Мартынов? Да. Сергей Демидович? У меня кончился срок ссылки. Ничего не знаю. Приказано арестовать. Собирайтесь. Идите. Ну. Thank you.
пророка, знай, работай, да не трусь. Вот за что тебя глубоко я люблю, родная Русь. Не бездарна та природа, не погиб еще тот край, что выводит из народа столько славных, то и знай. Ты почему опоздал? Не было целый день. Иди, садись. Что случилось? Ты же знаешь, что еще нет перемены. Нет, есть перемена. Всем перемену сделали. Царя скинули. О! Перемена! 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 Варенька, я еду в Питер на партийный съезд. Мы проведем его тайно от временного правительства. Ленин в подполье. Но он будет руководить съездом. Начинается пора великих битв. Вся страна поднимается, Варенька. Ну, теперь расскажи ты, что думают? Что говорят тут у вас крестьяне? Да разное. Буков, например, в бешенстве. Воронов радуется. Острогова довольна. Ты должна рассказать крестьянам, что такое Советы. Кто такой Ленин. За что он борется. Извини меня, Сереженька. Я все знаю. Ведь тогда дети крестьян смогут учиться в средних и высших учебных заведениях. Конечно, Варенька, конечно. Проф. Воронов будет учиться. Обязательно, Варенька, обязательно. Все пути для него будут открыты. Выбирай любой. Мы еще удивим мир, Варенька. Thank you.
Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Садитесь. Да, вы уж теперь не дети стали. А для меня вы все те же дети, которых я грамоте учила, уму наставляла. Вместе с вами мечтала, будет время. Время это пришло. Широкие пути открылись теперь для вас. Выбирай любой. А вы знаете, что недавно в Москве сказал товарищ Ленин? Что сказал товарищ Ленин? Товарищ Ленин сказал, главное сейчас для вас учиться, учиться и учиться. Двери всех училищ открыты сейчас для вас. Иди, учись. Проф, помнишь, как 8 лет тому назад ты плакал, когда тебя не приняли в гимназию? Теперь тебя примут туда, как самого дорогого гостя. И ничего, что ты беден, теперь это не позор. И ничего, что тебе уже 18 лет. Я всегда помогу тебе. Не гневайся на меня, Дуня. Если он любит тебя, он вернется, и вы поженитесь. Вот я ждала жениха 3 года. И все помнят, как он пришел, как мы венчались и гуляли в этой самой избе. И теперь я снова жду и знаю, будет день, он придет. Ну, проф. Какое большое, какое прекрасное село. Эй, тетка! Далеко здесь село Шатры? А вот это и есть село Шатры. А вы, случайно, не знаете? Не живете с учительницей Мартынова? Знаю. А зачем она тебе? Да вот я мужа ее, комиссара везу. Я в бою под Мурзинкой ранил. Так он велел к жене в Шатры везти. Сергей. Маренька, ты? Я, родной мой, я. Варенька, ну вот и доехал. Дорогой мой, Сереженька. Хорошо. Родной мой, Сережа. Снимите меня на землю. Сереженька,
Вот как славно, что вы нагнали меня. Я все жду, жду. У нас тут на той неделе кто-то слух пустил, будто тебя видели. Но я просто поверить боялась. И вдруг это телега. Варенька, ты со мной. Значит, все, как я хотел. И оглядываясь на свою жизнь, и не краснею перед своей совестью. Я не жалел сил для счастья людей. Я был коммунистом, Варенька. Верность нашему делу завещаю тебе. Ты жить должен, мой дорогой. Мой золотой, мой единственный. Ведь я так люблю тебя, так люблю тебя. А нас все разлучали. Теперь ты вернулся ко мне навсегда. Всю жизнь я любил тебя, жена моя милая. Эту любовь я оставляю с тобой. Храни ее. Я не пущу тебя. Не пущу, не отдам. Слышишь? Копытов Федор. Здесь. Зернов Николай. Здесь. Зернова Феня. Здесь. Каганкова Маша. Здесь. Воронова Варя. Здесь. Буков Никита. Тут. Никита, почему ты неделю не был в школе? Разве ты не слышишь, что я тебя спрашиваю? Слышу. Почему ты мне не отвечаешь? Ты не хочешь сказать мне неправду? Тебя не пускал отец? Садись. Садись. Начнем урок. Откройте тетради. И слушайте меня внимательно. Сегодня мы разберем с предложения на пройденные правила. Пишите. В нашем теле начало коллективизация. Коллективизация. В нашем селе началась коллективизация. Определите, подлежащее этому предложению, сказуемое. Есть ли в этом предложении обстоятельства места, времени и образа действия?
Ночи ночью вас хочут, хотят. Зарезать, а школу сжечь. Школу сжечь. Не ждали? Не ждали. Мне сон приснился страшный. Будто вы собирались ко мне резать меня, а школу сжечь. Ну вот, я и пришла. Я детей ваших всю жизнь в этой школе учила. Как слепые котята приходили они ко мне, тыкались, а я их грамоте, добру, правде учила. Иные теперь летают высоко. Ну вот, меня убить нельзя. Тогда надо убивать всех детей, которых я выучила. Посчитайте, сколько их. Они правду мою знали. Убить меня хотите? А я-то дура к вам по-хорошему, с добрым словом пришла. О детях с вами говорить. Вы звери. Оружие на вас надо. Убьете вы меня, это вам не поможет. Все равно будут колхозы, будут школы, всюду дети мои. Ну! Ворон! Не волнуйтесь, Евдокия Ивановна, не волнуйтесь. У нас очень хорошие дети. Но только помните, школа без дисциплины, мельница без воды. Ну, спасибо.
Надейся. Надейся. Здравствуйте, дети. Здравствуйте, Варвара. Садитесь. Вот ваша учительница, Евдокия Ивановна Острогова. Любите ее и слушайте. Поздравляю вас, дети, с началом занятий в новой школе. Спасибо. Как тебя зовут? Татьяна Острогова. Татьяна Острогова. У меня Спартак. Как? Спартак Зерно. Хорошо, Спартак. Садись. Варвара Васильевна. Чего тебе, Егор Петрович? Вас там просят. Профессор. Евдокия Ивановна, продолжайте урок. Начнем урок. С сегодняшнего дня вы не просто мальчики и девочки. Вы ученики. Я научу вас читать, писать, считать. Вы будете многое знать. Когда-то, давно, я сама училась в этой школе. Тогда на этом месте стояла маленькая и темная избушка. А учила нас Варвара Васильевна. Я получаю. Я никогда не забывал вас, Варвара Васильевна. И школу нашу, и село, и гимназию, и экзамен. Я все помню. Как хорошо у вас тут. Парты маленькие. А помните наш стол? Длинный и скамья. Ты кто будешь? Воронов, проф. Горшика сын. Понятно? Воронов, проф. Отвечаю, урок. Ну, пошел же, ради бога, небо, ель и песок, невеселая дорога. Эй, садись ко мне, дружок. Ноги босы, грязно тело и едва прикрыта грудь. Не стыдись, что за дело? Это многих славный путь. Наше село. Вот таким я запомнил его на всю жизнь. И улицы, и трактиры, и весла, и три елочки. Наша школа. Вон там я сидел. Как похоже. Все это сделано руками наших учеников. А это кто такой? Цыганков Ефим? Нет, Цыганков Сергей. Знакомься. Это друг твоего отца, профессор. Воронов, проф. Здравствуйте, товарищ профессор. Здравствуйте, товарищ конструктор. Понятно. А вы знаете, Варвара Васильевна, мне сейчас так захотелось увидеть товарищей моих. Ребята из нашей деревенской школы. Цыганков.
Баскова. Шалыгина Федю. Стрекопытова. Ванюша Зернова. Да, да. И узнать, что с ним стало. При советской власти. Да. Мы соберем старых друзей. И они будут слетаться каждый год. Здравствуйте, Варвара Васильевна. Здравствуйте. Трекопыта! Здравствуйте, Варвара Васильевна. Здравствуйте, пионер! Здравствуйте! Здравствуйте, как же ничего, как же. Загонков младший. Роза воды. Что? Спокойно. Сегодняшнего сочинения будет следующее. Жить — это значит служить Родине. Но прежде чем вы начнете, я хочу вам показать вот это. Я прочту вам последние строки о ней. Таню похоронили без почестей за деревней под плакучей березой, и вьюга завеяла могильный холмик. А вскоре пришли те, для кого Таня в темные декабрьские ночи грудью пробивала дорогу на запад. Остановившись для привала, бойцы придут сюда, чтобы до земли поклониться ее праху и сказать ей душевное русское спасибо. И отцу с матерью, породившим на свет и вырастившим героиню, и учителям, воспитавшим ее, и товарищам, закалившим ее дух. И немеркнущая слава разнесется о ней по всей советской земле, и миллионы людей будут с любовью думать о далекой, заснеженной могилке. Смотрите, дети, на эту девушку,
и запомните ее лицо. Я шел в бой, помня ваши слова. Жить — это значит служить Родине. Сегодня у нас пустили домну. Приезжали фронтовики. Наши танкисты шли в бой, помню Зою. Пишу вам из Колымы. Здесь очень интересная работа. Я работаю маркшейдером на шахте ВИС-3. Недавно я представлен 4-й награде. Дорогая Варвара Васильевна, сегодня овладели городом. Говорит Москва. Продолжаем передачу указа Президиума Верховного Совета Союза СССР о награждении учителей орденами и медалями Советского Союза. За успешную и самоотверженную работу по обучению и воспитанию детей в школах Российской Социалистической Федеративной Советской Республики наградить орденом Ленина Максимова Петра Кузьмича, учителя 43-й школы, город Свердловск, Мартынову Варвару Васильевну, директора школы номер 1, город Шатры, Майорову Веру Сергеевну, учительницу школы номер 3, город Касимов, Милютину Веру Николаевну, учительницу школы номер 9, город Ленинград, Насеткину Марию Семеновну, директора школы номер 5, город Казань, Николаеву Наталью Петровну, учительницу школы номер 1, принесла ваше сочинение. В общем, я довольна вашими работами. Особенно порадовал меня хороший язык и глубокий подход к теме. Павел Шалыгин. Да. Эпиграфом к своему сочинению он взял горскую пословицу: «Мир держится верностью друзей». Он рассказывает о дружбе великих людей, о том, как поддерживали они друг друга, как ясна была их цель, как свято верили они в победу и как передавали эти традиции дружбы молодому поколению. Варя Воронова продолжает тему дружбы. Она пишет: «Завтра день слета старых друзей. Это был для нас большой праздник. Враг лишил нас этой радости.
Но мы знаем, что все, кто учился в нашей школе, отметят в своем сердце этот день дружбы. Ты права, Варя. Я получила много писем с фронта от бывших учеников нашей школы. Они просят только, чтобы слет старых друзей мы провели вместе в День Победы. Он скоро придет, этот день, дети мои. Вам из Будапешта. Я получила. А теперь куда вы? На Игарку. Я еду в Сельскую. В архитектурный. Нет, по-моему, самое интересное – агрономия. Я иду в Москву, Тимирязев. Что вы собираетесь делать после окончания школы? Папа настаивал, чтобы я поступила в геологическую. Ну и что вы решили? Мне хотелось бы уехать куда-нибудь очень далеко, обязательно в село. Я буду учить детей, как Варвара Васильевна. Разве вы не одобряете? Что вы, Варя, это прекрасно. Это прекрасно, дети мои.
Машенька. Сережу арестовали. Ребятишек очень, значит, надеюсь. Да что, дело хорошее. Да только вряд ли. Что вряд ли? А то вряд ли, что людям делать надо. Мы нажили. Нам работники нужны. Но я не согласна. Твоего согласия никто не спросит. О, ну! У нас народ в страхах от ломотья помирает. Такими руками не буквы выписывать. Алло, конечно, какой дурак может и пошло от своего озорного школы. Но только вряд ли золото на... Богатый, богатейший край. Пройдет несколько десятков лет, и на месте затерянных жалких деревушек вырастут большие города с широкими улицами, по которым будут сновать экипажи или какие-нибудь удивительные машины. И может статься, едете вы в деревню, а годам к 40 окажетесь городской жительницей. Только будете окать по-сибирски. Пойдем, поскорей, поторапливайся. О чем вы думаете? Мечтаю. Что если нашлась бы такая вот милая девушка? И она бы так полюбила меня, что согласилась бы ждать долгие годы. И где бы я ни был, я бы верил. Нет, я бы твердо знал, что она любит меня и ждет. Всегда. Всегда.
и самоотверженную работу по обучению и воспитанию детей в школах Российской Социалистической Федеративной Советской Республики наградить орденом Ленина Максимова Петра Кузьмича, учителя 43-й школы, город Свердловск, Мартынову Варвару Васильевну, директора школы номер 1, город Шатры, Майорову Веру Сергеевну, учительницу школы номер 3, город Касимов, Милютину Веру Николаевну, учительницу школы номер 9, город Ленинград, Насеткину Марию Семеновну, директора школы номер 5, город Казань, Николаеву Наталью Петровну, учительницу школы номер 1, принесла ваше сочинение. В общем, я довольна вашими работами. Особенно порадовал меня хороший язык и глубокий подход к теме. Павел Шалыгин. Да. Эпиграфом к своему сочинению он взял горскую пословицу: «Мир держится верностью друзей». Он рассказывает о дружбе великих людей, о том, как поддерживали они друг друга, как ясна была их цель, как свято верили они в победу и как передавали эти традиции дружбы молодому поколению. Варя Воронова продолжает тему дружбы. Она пишет: «Завтра день слета старых друзей. Это был для нас большой праздник. Враг ли...» Я говорю, чтобы я жила аметистовая, и я с ей не сойду. А я тебя куплю. А я не продаю. А я куплю. А я не продаю. Все равно куплю. А я не продаю. Милости прошу. Думал, не придет. А не придет, покается. Потому я старатель Пухов, человек простой. Я за образование, но не потерплю. Милости прошу. А я молодёшенька, песнива была. Будут ли чужинки? А не будут? Не будут. Я думал, вы не придете. Обидите. Да что вы? А что, мы люди темные. Я у Острогова была. Там несчастье. Грех, великий грех, престольный наш праздник. Несчастьем душу обращать. Никаких несчастьев нынче. Веселись, душа. Выпей со мной, Варвара Васильевна. Спасибо, я не пью. Никакого полного права. Пей. Я не пью. Варвара Васильевна,
Я образованию поклоняюсь. Ты не годишь, что у меня борода сворота. Зато золото есть. Денег полный карман. Вот они, мои мармулетки. Кромные, заработанные. А что жгу на твоих глазах? А? Спички. Ух, сейчас начнется. Катенька, распузатенька, трубу лазила, брови мазала, на улицу выскочила, чёрную водила. Дальше! Меняй твой бумажник моей! Ты думаешь, ты один был? А все остальные? Нелюдь? На, вирус треклятый! Клёш, злой! На! Да! Оделся? Не Всеслученьков. Почему? А кто будет за него платить? Я полагала. Поскольку у него редкие способности, он мог бы на казенный счет. Ну, предположим, что даже вам удастся этого добиться. Но я лично не могу допустить, чтобы в уверенном мне учебном заведении дети нищих и миллионеров сидели на одной скамье, играли в одни игры, беседовали, они, словом, общались ежедневно. Я противник либерального подхода к этому вопросу. Ну, позволь. Очень сожалею. На мое убеждение, на страже государства. Истинный клон. Варвара Васильевна, я ответил на все вопросы. Я ничего не забыл. А когда читал стихи, они меня хвалили. Я решил задачу раньше всех. Почему? Почему они меня не приняли? Я не пойду домой. Я хочу туда. Я хочу учиться. Понятно? Не надо, не надо. Не плачь. Ты будешь учиться. Придет такое время. Слышишь, про? Не надо отчаяться. Пойдем. Дети, начнем урок. С сегодняшнего дня, дети, вы не просто мальчики и девочки, вы ученики. Вы научитесь читать, писать, считать. Вы будете грамотными, а потому сильными. Вас не смогут обмануть злые люди, потому что вы будете многое знать. Очень прошу звонить. Очень прошу, звони, пожалуйста. Не могу. Время не вышло. Время давно уже вышло. Не вышло. Вышло. Не вышло. Умоляю тебя, звони, пожалуйста. Я не забыл. А когда читал стихи, они меня хвалили. Я решил задачу раньше всех. Почему? Почему они меня не приняли? Я не пойду домой. Я хочу туда. Я хочу учиться. Понятно? Не надо. Не надо. Не плачь. Ты будешь учиться. Придет такое время. Слышишь, про? Не надо отчаяться. Пойдем. Дети,
Начнем урок. С сегодняшнего дня, дети, вы не просто мальчики и девочки. Вы ученики. Вы научитесь читать, писать, считать. Вы будете грамотными, а потому сильными. Вас не смогут обмануть злые люди, потому что вы будете многое знать. Очень прошу, звони. Очень прошу, звони, пожалуйста. Не могу. Время не вышло. Время давно уже вышло. Не вышло. Вышло. Не вышло. Умоляю тебя, звони, пожалуйста. Я не могу, чудак, ты человек у Варвара Васильевна. Характер. Ну, хочешь, я перед тобой на колени встану. Что ты, что я, Божья Матерь? Время выйдет, позвоню. Значит, мил человек, отказываешься? Звонить отказываюсь. Разве ты не знаешь, что во время урока в класс входить нельзя? Да я говорил, однако он не хочет знать. Кто он? Да мужчина такой упрямый. Я говорил, а он говорит, я 3 года ждал. Я отбыл срок ссылки, дорогой. Сегодняшнего сочинения будет следующее. Жить — это значит служить Родине. Но прежде чем вы начнете, я хочу вам показать вот это. Я прочту вам последние строки о ней. Таню похоронили без почестей за деревней под плакучей березой, и вьюга завеяла могильный холмик. А вскоре пришли те, для кого Таня в темные декабрьские ночи грудью пробивала дорогу на запад. Остановившись для привала, бойцы придут сюда, чтобы до земли поклониться ее праху и сказать ей душевное русское спасибо. И отцу с матерью, породившим на свет и вырастившим героиню, и учителям, воспитавшим ее, и товарищам, закалившим ее дух. И немеркнущая слава разнесется о ней по всей советской земле, и миллионы людей будут с любовью думать о далекой, заснеженной могилке. Смотрите, дети, на эту девушку и запомните ее лицо. Я шел в бой, помня ваши слова. Жить — это значит служить Родине. Сегодня у нас пустили домну. Приезжали фронтовики. Наши танкисты шли в бой, помню зою. Пишу вам из Колымы. Здесь очень интересная работа. Я работаю маркшейдером на шахте ВИС-3. Недавно я представлен 4-й награде. Дорогая Варвара Васильевна, сегодня овладели городом.
ученик. Проф Воронов. Какие у вас нет? Способный. У него по всем предметам одинаковые отметки. 5, 5, 5. Но гимназия это не для него. Он не будет принят в число учеников. Почему? А кто будет за него платить? Я полагала, поскольку у него редкие способности, он мог бы на казенный счет. Ну, предположим, что даже вам удастся этого добиться. Но я лично не могу допустить, чтобы в уверенном мне учебном заведении дети нищих и миллионеров сидели на одной скамье, играли в одни игры, беседовали, одним словом, общались ежедневно. Я противник либерального подхода к этому вопросу. Ну, позвольте. Очень сожалею, но мое убеждение на страже государства. Истинный клон. Варвара Васильевна, я ответил на все вопросы. Я ничего не забыл. А когда читал стихи, они меня хвалили. Я решил задачу раньше всех. Почему? Почему они меня не приняли? Я не пойду домой. Я хочу туда. Я хочу учиться. Понятно? Не надо, не надо. Не плачь. Ты будешь учиться. Придет такое время. Слышишь, Проф? Не надо отчаяться. Пойдем. Дети, начнем урок. С сегодняшнего дня, дети, вы не просто мальчики и девочки. Вы... Нам работники нужны. Мы нажили. До свидания. Зашла бы шанишек покушать. Спасибо, зайду. Заходи. Ишь ты, гимназия. Здравствуйте, дети! Здравствуйте, Варвара Васильевна! А где Дуня? Варвара Васильевна, у Дуни Остроговой нынче ночью изба обвалилась. Селенка придушила. И Мишка. Идем. Идемте к ним скорее. Учительша. Варвара Васильевна, уж не убежайте. Заходите ко мне. Прямо ко мне. Спасибо, я только сначала к Остроговым зайду. Здравствуйте. Тетенька, у нас теленку задавила, и Мишку тоже. Глупый. В этой избе жить нельзя. Так знамо нельзя. Обвалится скоро. Знамо провалится. И вас всех придавит. Знамо придавит. Нужно новую строить. Да где ж нам? Безлошадные ведьмы. Вам помогут. Вам должны помочь. Кто? Я попытаюсь.
Я на тёще капук повозил. Я говорю, твоя жила аметистовая, и я с ей не сойду. А я тебя куплю. А я не продаю. А я куплю. А я не продаю. Всё равно куплю. А я не продаю. Милости прошу. Думал, не придет. А не придет, покается. Потому я старатель Пухов, человек... Воронов, проф. Здесь. Проф. В доске. Отвечай, урок. Стихотворение Николая Алексеевича Некрасова. Школьник. Ну, пошел же, ради бога, проф. Ну пошел же, ради бога, небо, ельник и песок, невеселая дорога, эй, садись ко мне, дружок. Дети, это называется глобус. Он изображает нашу планету, Землю. Когда вы будете большие, вы тоже будете учиться в школе. Понятно? Ура! Здравствуйте, Варвара Васильевна. Здравствуйте, Анастасия Ивановна. Варвара Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте, Петровна. Варвара Васильевна. Здравствуйте. Как сынок мой? Проф очень способный мальчик. Его в гимназию надо отдать. Гимназию? Нам работники нужны. Мы нажили. До свидания. Зашла бы шанишек покушать. Спасибо, зайду. Заходи. Ишь ты, гимназия. Тань, здравствуйте, дети. Здравствуйте, Варвара Васильевна. А где Дуня? Варвара Васильевна, у Дуни Остроговой нынче ночью изба обвалилась. Селенка придушила. И Мишка. Идем. Идемте к ним скорее. Учительша. Варвара Васильевна, уж не убежайте. Заходите ко мне. Прямо ко мне. Спасибо, я только сначала к Остроговым зайду. Здравствуйте. Здравствуйте. Тетенька, у нас теленка задавила, и Мишку тоже. Глупый. В этой избе жить нельзя. Не выдержавное течение береговой ее гранит. И как вы решаетесь от такой благодати в Сибирь? А разве там так плохо? Нет, отчего же. Туда ссылают нашего брата за тяжкие преступления, а вы добровольно. Значит, и вы сильные. Ой, что вы? Там очень нужны учителя. Никто туда не хочет. А я мечтаю. Я буду учить детей. Вы знаете, мне кажется, что если человеку долго внушать хорошее и делать это от чистого сердца, то любой, даже самый плохой человек переменится. Только надо непременно от чистого. Не смей. Я не смеюсь. Ваша убежденность мне по душе. Дай бог, чтобы сибирские злые ветры не вырвали ее с корнем. Не согнули, не заморозили. А как же вы?
Лишение для меня играет роль мамы. И потом сознание, что ты не один. Что ты делаешь это для людей. Вы знаете, Варенька, так хорошо, что мы с вами теперь встретились. Чувство, будто с каждой улицы я узнаю вас все больше и больше. И спас бы. Я вижу, вы тут за 3 года покорили всех, Варенька. Ну что вы, просто я учу их детей грамоте. Ну и что можно делаю? Они тоже для меня стараются. Видите, пир нам устроили. Ну, сначала, конечно, не просто было. Чужая я им была. А теперь даже окать стали. Помните, я вам предсказывал? Однако пойдем поскорее, поторапливайся. Неправда, неправда, я так не могу. Окаете? Нет, это нехорошо. А ну, Павел Трофимович, ударь. Чудесно танцует. А вы помните, как мы с вами? Еще вы. Я, Варенька, все до мельчайших подробностей помню. И как мы кружились. И как стояли у колонны рука в руке. Горько! Машенька.
сегодня ночью Сережу арестовали. Ребятишек очень, значит, надеюсь. Да что, дело хорошее. Да только вряд ли. Что вряд ли? А то вряд ли, что людям делать надо. Мы нажили. Нам работники нужны. Но я не согласна. Твоего согласия никто не спросит. О, ну! У нас народ в страх, как от ломотья, помирает. Такими руками не буквы выписывать. А ну, конечно, какой дурак может и пошло от своего озорного школы. Но только вряд ли. Золото навернее. О! Побилось! О! Наша, по-нашему, для такой нежалкой Катеньки, люди жертвуют 20 рублей. 25, 30, 35, 40, 45, 55, 60, эх, значит, что даю, что больше. У Дуни Остроговой новый дом. Написано правильно. Садись, Клоп. Дети, когда мы кончим курс обучения в нашей школе, я поведу Прова на экзамен в гимназию. Он обязательно выдержит экзамен, потому что он самый лучший наш ученик. Хорошо знаешь. А я буду за дверьми. Ты выдержишь экзамен, поступишь в гимназию. Ты не устал? Нет. Я хочу скорее. Экзаменующихся прошу в зал. О, ты все хорошо знаешь. Ты очень хорошо все знаешь. Я здесь.
Сиди. Когда-то, давно, я сама училась в этой школе. Тогда на этом месте стояла маленькая и темная избушка. А учила нас Варвара Васильевна. Я получала. Я никогда не забывал вас, Варвара Васильевна. И школу нашу, и село, и гимназию, и экзамен. Я все помню. Как хорошо у вас тут. Парты маленькие. А помните наш стол? Длинный и скамья. Ты кто будешь? Воронов, проф. Горшика сын. Понятно? Воронов, проф. Отвечаю, Роб. Ну, пошел же, ради бога, небо, ель и песок, невеселая дорога. Эй, садись ко мне, дружок. Ноги босы, грязно тело и едва прикрыта грудь. Не стыдись, что за дело? Это многих славный путь. Наше село. Вот таким я запомнил его на всю жизнь. И улицы, и трактиры, и весла, и три елочки. Наша школа. Вон там я сидел. Как похоже. Все это сделано руками наших Я первый решил задачу. Воронов Бро, сын крестьянина деревни Шатры Маромыкского уезда. Экзаменуется впервые. Едва прикрыта грудь. Не стыдитесь, что за дело?
Это многих славный путь. Скоро сам узнаешь в школе, как архангельский мужик по своей и Божьей воле стал разумен и велик. Как мой ученик, проф. Воронов. Какие у вас метки? Способный. У него по всем предметам одинаковые отметки. 5, 5, 5. Но гимназия это не для него. Он не будет принят в число учеников. Почему? А кто будет за него платить? Я полагала, поскольку у него редкие способности, он мог бы на казенный счет. Ну, предположим, что даже вам удастся этого добиться. Но я лично не могу допустить, чтобы в уверенном мне учебном заведении дети нищих и миллионеров сидели на одной скамье, играли в одни игры, беседовали, они, словом, общались ежедневно. Знай, работай, да не трусь. Вот за что тебя глубоко я люблю, родная Русь. Не бездарна та природа, не погиб еще тот край, что выводит из народа столько славных, то и знай. Почему опоздал? Не было целый день. Иди, садись. Что случилось? Ты же знаешь, что еще нет перемены? Нет, есть перемена. Всем перемену сделали. Царя скинули. О! Перемена! Перемена! Перемена!
широко, знай, работай, да не трусь. Вот за что тебя глубоко я люблю, родная Русь. Не бездарна та природа, не погиб еще тот край, что выводит из народа столько славных, то и знай. Ты почему опоздал? Не было целого. Иди, садись. Что случилось? Ты же знаешь, что еще нет перемены. Нет, есть перемена. Всем перемену сделали. Царя скинули. О! Перемена! 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 Какая? Люблю тебя, Петра творить, люблю твой строгий, стройный вид, не выдержавное течение, и береговой ее гранит. И как вы решаетесь от такой благодати в Сибири? А разве там так плохо? Нет, отчего же? Туда ссылают нашего брата за тяжкие преступления, а вы добровольно. Значит, и вы сильные. Ой, что вы. Там очень нужны учителя. И никто туда не хочет. А я мечтаю. Я буду учить детей. Вы знаете, мне кажется, что если человеку долго внушать хорошее и делать это от чистого сердца, то любой, даже самый плохой человек, переменится. Только надо непременно от чистого сердца. Не смей. Я не смеюсь. Ваша убежденность мне по душе. Дай Бог, чтобы сибирские злые ветры не вырвали ее с корнем. Не согнули, не заморозили. А как же вы? Лишение для меня играет роль мамы. В
кто учился в нашей школе, отметят в своем сердце этот день дружбы. Ты права, Варя. Я получила много писем с фронта от бывших учеников нашей школы. Они просят только, чтобы слет старых друзей мы провели вместе в День Победы. Он скоро придет, этот день, дети мои. Дал вам из Будапешта. Я получила. Этот день дружбы. Ты права, Варя. Я получила много писем с фронта от бывших учеников нашей школы. Они просят только, чтобы слет старых друзей мы провели вместе в День Победы. Он скоро придет, этот день, дети мои. Откуда? Здравствуйте, девочки!
Здорово, Иван! Где был? Прости, где не был. Последнее письмо я написал вам из Будапешта. Я получила. А теперь куда вы? На Игар. Детей привет, черные, на двадцатое шоу. Поля ее просторные, детей красавцать. Здравствуйте, дети. Садитесь. Темой сегодняшнего сочинения будет следующее. Жить — это значит служить Родине. Но прежде чем вы начнете, я хочу вам показать вот это. Я прочту вам последние строки о ней. Таню похоронили без почестей за деревней под плакучей березой, и вьюга завеяла могильный холмик. А вскоре пришли те, для кого Таня в темные декабрьские ночи грудью пробивала дорогу на запад. Остановившись для привала, бойцы придут сюда, чтобы до земли поклониться ее праху и сказать ей душевное русское спасибо, и отцу с матерью, породившим на свет и вырастившим героиню, и учителям, воспитавшим ее, и товарищам, закалившим ее дух. И немеркнущая слава разнесется о ней по всей советской земле, и миллионы людей будут с любовью думать о далекой, заснеженной могилке. Смотрите, дети, на эту девушку и запомните ее лицо. Я шел в бой, помня ваши слова. Жить — это значит...